Так, смотрите, про посылки, это очень важно. Александр Вахрушев 25-го пришла, сразу получил, 4 дня рекорд. Огромное спасибо за подарки, сделал там заказ на саженцы. Ну, в общем, дальше. Смысл, я уперся в это. Рекорд на самом деле 3 дня. Так, я еще раз показываю. Дело в том, что было одно письмо, ну, где-то с претензией. А вы, Валерий Константинович, говорили, что посылаете улучшенной почтой, а я получил на 12-й день. Примерно так, кто-то из вас. Вот, смотрите. И вот, я тогда, когда перечислял, что 449, все, а я подряд, помните, там, 18, 19, 19, 19, 19, 19. То есть я не выбирал там, допустим, вот эти дорогие, а тут начал выбирать. Обратите внимание, 21-го пришло, да, стандарт 449. Шло сколько, не знаю, но гарантия того, что быстро является, вот это вот сейчас покажу. Система ускоренной почты. Вес небольшой, сейчас найдем, где вес. Вот это вес делся. Обычно сразу нахожу, а тут что-то это. А, ну 400 грамм. Вот, и за эти 400 грамм, ну невесомое, человек заплатил, получается, вместе с этим. Упаковка, она тоже деньги стоит. Около 500 рублей. Смотрим дальше. Это моему брату я отправил те же черенки. Вес небольшой. Это очень важно. Почему? Потому что я не хочу, чтобы победы были. Итак, 700 грамм. 666 рублей я заплатил за посылку. Так. Система ускоренной почты. Тоже 21-го. Заметьте, я не выбирал там какой-нибудь... Сам с этого самого. Сентября, с октября, декабря. Не, подряд, смотрите. Снова 21-е. 528. Сейчас самое интересное. Система ускоренной почты. Согласны? Вес. Полкило. Уже 528. А, и посылка первого класса. И вдруг я специально так... Все в один день. Не то, что я там специально подбирал. Все в один день. Итак. Первый класс. Система ускоренной почты. Все казалось бы нормально. А чек ушла 12 дней. Я пытался разобраться, разобрался как. Сейчас поймете. Панические письма. Простите, что долго сплю. Адрес не поменялся. Забыла сказать спасибо за прошлую посылку. Шла все равно через Москву. То есть, когда-то все было... Долго шли. Ну, по крайней мере, логично. Если там, допустим... Да, вы видели там эти? Это все среднее расстояние там, где она? Вот Костромская, это брат. Что здесь дальше? Сейчас найдем. Почта, почта. Новосибирск-то рядом. Вы знаете, до Новосибирска, до Томска идут такие. Вот, казалось бы, рядом. Вот. И что получается? Человек мне пишет. Караул! Я живу в Сибири. От нас до вас это самое, сутки езды. Вы ошиблись адресом. Вы отправили в Москву, даже там было Домодедово еще, по-моему, Химки там, туда-сюда. Я говорю, да успокойтесь, придет к вам. И пришла. Видите? Все равно шла через Москву. То есть и прошлая посылка, и эта посылка. Компьютер выбирает, где может, старается больше денег с нас выпить. И приходит действительно рекорд 3 дня. У человека получилось 4 дня. Цена не маленькая, согласны? Вот это еще таких 80%. Но иногда шла 12 дней. Компьютер посмотрел. Вот. Он не может за 4 дня. А я-то в чем виноват? Я когда прихожу, я говорю, отправляйте по возможности ускоренной почтой. Я доплачиваю. Это же не вы заплатили 500 рублей. Вот. Ну и так далее. Все, я... А, еще не все. Мотоциклы в Англии. Англия маленькая. У них как вот такой момент. Садятся на мотоцикл. Вот. Из одного города в другой. За несколько часов доставляют. А у нас вот так. Вот. Теперь. Кузнецов. Ускоренная почта. 191 грамм. Всего 313 рублей. Я вас очень прошу. Скажите, когда дойдет. Вот. Потому что получилось как? Мне нужна информация. Мне трудно отбиваться, когда говорят, что я чуть ли не обманываю вас.
Вот.